До 5 лет лишения свободы грозит жителю Вурнарского района за нападение на полицейских. Вечером 20 ноября в поселке Вурнары подозреваемый был доставлен в отдел внутренних дел за то, что в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушал общественный порядок в одном из местных кафе. В ходе разбирательства по данному факту фигурант дела нанес удар кулаком в область носа вначале одному сотруднику ведомственной охраны, а затем его коллеге по рукам. Все обстоятельства случившегося выясняются. За мелкое хулиганство в кафе мужчину привлекли к административной ответственности.